Пацаны, всем здоров! С вами я, Стримник. И я решил выгулять свои кроссовки. Реально, пока новые. Реально. Уже топчу ими землю. Уже сколько-то шагов. Но вообще, это обзор на 3 сервака, где я поиграл. А где я поиграл? Я поиграл на... Пусть эта карымага проезжает. Я поиграл на... Давай, братан. Я поиграл на Цербаке. На... О, что тут камера в какашках каких-то. Я поиграл на Цербаке. Говорит, плохо слышно. Почему плохо слышно? Нормально так слышно. Вот, на Цербаке, на РФ-ленде, на РФ-дефауте. Вот. Что можно сказать, пацаны? Ну, что можно сказать? Блин, я даже не знаю. Он говорит, плохо слышно. Ну, почему? Уши почисти, в наушниках слушай, если тебе плохо слышно. Ну, ладно. Ладно, ребят. Короче, Цербак. Что можно сказать о Цербаке? Ну, реально, топовый сервак, если у вас куча бабла. Топовый онлайн. Глядите, какая красота. Просто зашибись. Топовый онлайн, топовые замесы. Топово надо влить бабла, чтобы быть топовым пацаном. Либо топовым РМТшником сидеть, долбить калиан или еще каких-нибудь гоблицев, нанимать там себе в охрану белок, таланехи с двумя лампами. Ну все по классике, да? И то там даже фармеры с 40-ыми пухами эти, слизняков долбят или роботов там. Проточенные на плюс 5, там на кривой козе к ним вообще не подъедешь, а с бежой там сидят. Ну, в принципе, нормальная тоже тема получается. Но если серьезно, даже чтобы фармить нормально, туда надо много баблишка влить. Хотя кто-то на этом зарабатывает, ну а кто-то приходит просто поиграть, насладиться игрой. Песики, надеюсь, не видно, а может и видно, красивые. Вот, так что если есть деньги. О, еще пес, смотрите, красивый. Так что, если есть деньги, залетайте обязательно. С кайфом. Кто там сзади? Меня идет. Это Андрей Непоклонов, ребят. Офигеть. Андрюх, не шали. Вот. А затем, РФ-ленд. РФ-ленд, офигенный сервак. Средний, во всем ровный, то есть четенько, ровно, да, ровно, все красиво. Вот, ну, если серьезно, действительно, классный сервак, мне понравилась офигенная атмосфера. Оксигеймс там играет, Оксигеймс, офигенный пацан, немножко посидели в Дискорде, пообщались. Ну, да не об этом речь, но и о том, что реально хорошие пацаны там играют, хорошие коллективы. О, смотрите, ребят. Реально, правду говорю, гули отдыхают, загорают. Ай, красавчики, ай, молодцы. Ай, лапочки. Не, вот эта тема, да, вот это я понимаю, ну реально туса. Вот, очень понравилось, комфортные риты для прокачки. Кстати, у Цербака же там несколько этапов и прочее. Ну, вы сами все это знаете, я делюсь своими впечатлениями. Короче, Цербак для реально дорого-богато. РФН для четких пацанов, все посередине, четко, ровно и красиво. РФ Дефаут тоже очень понравился. Единственное, конечно, очень медленный кач. Я там еле 35 или какой там еле уровень осилил. Вот. И то там была оказия, короче, с слизняки там большие. Что понравилось? Ну там мини. Ну реально, вообще классный сервак тоже. РФ Дефаут, реально. Если вы любите медленно, долго пошпилевилить. Единственная проблема до старта, так сказать, до финиша, дошли далеко не все, ну потому что избранные, да, у кого хватило сил выкачаться, потому что действительно не так просто, очень нужно много времени, хотелось бы, ну тоже нормальный коллектив, потому что уж ты там один, ну как бы вообще вряд ли что-то осилишь, ну это лично мое как бы, мнение, мне так показалось, хотя там пацаны, дэчбот там бегал и прочие стримеры, ну кто чисто так соло катал, условно говоря, молодцы ребята. Очень круто, очень хорошо, но я бы повысил риты. Там один, по-моему, да, риты? 1.5, ну, что-то очень медленно. Я бы немножко все-таки повысил, но это как на мой вкус. Тема данжей, ну, так народ там чисто в данже. Вообще там интересные механики, там с броней. Я, естественно, многое не протестировал, не знаю, как что работает. Но как задумка прикольная, то есть очень интересно в этом плане. И
Тоже советую попробовать обязательно. Но если повысить риты, немножко будет бомбово. Какой же можно сделать краткий вывод? Ну, краткий вывод простой. Это если много денег, если вы богатый цыганин, приходите на Цербак. Вот, если у вас денежек, времени всего посерединке, приходите на Аэрофленд. Ну а если у вас много времени и вы любите хардкор, приходите на РФ Дефолт. Ну я бы, конечно, абсолютно не верил бы на слово, да, все серваки бы попробовал. Это еще неизвестно, что там как по донату, потому что еще раз говорю. Ну вот Цербак это 100%, Цербак это богатый цыганин. Аэрофленд, ну там в принципе ровно. Насколько много там на Дефолт надо донить, не надо. В принципе, там все тоже выбивается, там всякие плюшки, бушки, ну, вы знаете все это наверняка лучше меня. Если что есть в комментах, там дополняйте, говорите, где вам вообще понравилось. Вот, хотел бы поиграть, наверное, еще, ну как, обязательно на других проектах надо заценить, надо посмотреть. Вообще здорово, что появляются, что есть, появляются разные серваки с какими-то механиками, с какими-то фишками. Игру мы эту любим, в принципе, особенно у кого есть время, да, вот, чтобы играть. Вот, поэтому, если коллектив свой классный, так что интересно еще и на других будет проектах поиграть. Так что приглашайте, зовите, посмотрим, заценим, поиграем. Ну, а вам хороших игр и хорошего настроения. Чао, какао, на канал подписывайтесь обязательно. Ну, не обязательно. Пойдем дальше. Кстати, тут офигенный мостик. Мне очень нравится. Вообще красота. А, да, самое важное. Вот там кто-то под деревом. Смотрите, а я нашел. Видите, как думали, не найду, а я нашел. Самое главное, если вы видите челика, похожего на улице на меня, то это не я. Это кто-то за меня. То есть это точно не я, как и не надо, да. То есть, ну, вы понимаете, да, если кто там обиженный, да, там и прочее, то, ну, вообще лучше. Да ладно, шучу, пацаны. А вот, если кто узнает, подходите. В лицо только не плюйте, лучше руку пожмите, да. Вот, хороших вам игр, реально. Вы не плакайте, да, вот плачущая Ива. Вы не плакайте, я плакать не буду. Ну, никто не будет плакать. Солнышко, погода, зашибомба. Вот, так что всего вам хорошего. До свидания, ребят.